Вы знаете, я как раз был в Крыму совсем недавно. Природа безумной красоты. Безумной красоты природа. Люди милейшие, приятнейшие. Это совершенно факт. И есть вот две таких стороны медали, да. Люди, правда, счастливы. Люди, правда, 90% с кем я разговаривал, счастливы, что произошли такие изменения. Но при этом пока что еще не успели наладить инфраструктуру и ничего, да, пока что там очень высокие цены, а зарплаты остались прежние, вот это меня очень удивило абсолютно. Пока что, конечно же, людей там нету. С этим, я думаю, Крым потерял немножечко, что люди, там просто туристов нет. Ну, когда я там был, это было вот в конце мая, туристов там практически не было. Я говорил с местными жителями, они говорили, что да, действительно, конечно же, в этом году туристов меньше. Хотя кто-то говорит, наоборот, больше, поэтому здесь не поймешь. Я лично не видел большого количества туристов. Все, что я увидел сейчас, это просто высокие цены, очень высокие цены. И по рассказам местных жителей, зарплаты, оставшиеся на прежнем уровне. Но люди счастливы, это самое главное. Люди действительно сделали свой выбор.